На месте пожара сложил все еще обстановку. Из дверных проемов окон шел густой черный дым. Здание было размером в плане 125 метров. Для проведения разведки было сформировано три звена ГДЗС, с помощью которых был найден очаг пожара, в кратчайшие минуты локализован и ликвидирован. В настоящее время на месте пожара проводится проливка, разборка места пожара.